мы готовили государственный переворот. Олигархи. Это город просматривается. Я был губернатором области. Институты влады залишились всі. Они абсолютно к политике не имеют никакого отношения. Це залишилось, що воно не потрібно. Думаю, пойду в милицию. Там точно не пьют. Так воно так и есть. Беречься невозможно. Он наливает мне стакан самогонки. Это был бы сумасшедший взрыв. Так оно все проходит. Жизнь – это прежде всего работа над собой. Я играю в теннис, я не только курю, я и пью. «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. Субота о 16:00.